Информацию о приостановке приема пациентов с COVID в одной из больниц сообщил в субботу пресс-секретарь управления Маршалковского Нижнеселезского воеводства Михаил Новаковский. По его словам, на это решение повлияла ограниченная пропускная способность кислородной системы. Все госпитализированные пациенты, в том числе нуждающиеся в кислороде, находятся под постоянным медицинским обслуживанием. В больнице есть запасы кислорода. Ранее о ситуации была уведомлена скорая помощь, а пациенты с коронавирусом были отправлены в другие медицинские учреждения. Это следствие той волны инфекции, которая сейчас идет по всей стране. Через день появилась информация, что специализированная больница имени Марчинякова в Вроцлаве возобновила прием пациентов с COVID-19. Кроме того, в воскресенье Новаковский сообщил, что теперь Воеводская больница во Вроцлаве приостановила прием новых пациентов с COVID-19 из-за ограниченной пропускной способности кислородной установки. Через несколько часов, когда мощность установки увеличилась, больница снова начала прием новых пациентов.